Так, название команды как правильно? Тирас? Тирас. Тирас? Да. Название Тирас. Тирас, да. Означает, да, что название? Наши друзья, спонсоры. У нас есть такая в Виннице прекрасная фирма, которая делает охранные системы. Охранные. Прямой спонсор компании Аякс. То вы все звонили. Компании Аякс. Делает пожарную сигнализацию, охранную просто сигнализацию. Это наши хорошие друзья. Будут нам помогать, да, развивать винницкий любительский спорт. Отлично. Мы, очень. Хотим добавить. Передаем привет Жене Соцкому, так, вот, который нам помогает. Жизнь команды «Частично юность» и создание новой команды «Тирас». Отлично. Мы, кстати, хотим подчеркнуть, что Саша Зубин тоже принимал участие в спонсорстве, приобретении формы. Сейчас она не в полном составе, но Саша тоже вложил большой вклад в это приобретение. Александр Зубин. Мы ему тоже благодарим, всей команде. Будем развивать вместе с вами любительский. Отлично. Спорт. Вообще спасибо, класс. Спасибо за репортажи. Да, благодарим, отлично. Специально для вас на русском языке. Это супер. Вообще, ну, последний раз. Саша, переходим на украинский. Далі виключно державною мовою. Благодарю, інформація дуже цікава і інтересна. Тірос. Тірос. І чекаємо презентація команди Тірос. Да. Ігорішка. Так же представляє. Отлично. Хорошо, і ми готуємося далі.